Дорогие, очень дорогие, немыслимо дорогие зрительницы, зрители, дети и их родители. По старой новогодней традиции мы подводим итоги года уходящего и строим новые планы. Каким он был, год 2016? Веселым, содержательным, значительным для каждого из нас и радостным, как настоящий год кино? Наполненный различными, бурными, стремительными, жизненными ситуациями, как настоящий год кино? А каким будет следующий год? Зависит только от нас. А кому можно доверить такое важное ответственное дело? Рассказать поподробнее о годе минувшем и дать установку на следующий год? Я знаю только одного человека. Ну, готовьтесь. Это она с этим накладывает и в то же время от нас требует. Мы должны провести наше мероприятие так, чтобы никто бы ничего бы не мог сказать. Необходимо приложить игру фантазии, чтобы в соответствии со сметой провести наше мероприятие, так сказать, на высоком уровне, товарищи. Здравствуйте, товарищи! Это меня только что объявили. Понимаете ли, извините, я немножечко сдержался. Вот доклад, такие слова. 385 страниц рукописного текста. Здесь есть все. И все это вот сейчас буду зачитывать. Итак. Весь прошлый год мы, понимаете, жили весело и радостно, товарищи. Мы все преодолевали. Да, и делали это непринужденно, опять же. Год этой, понимаете, обезьяны, наш девиз был просто как вызов, товарищи. Сколько рожи нам не строй, уважаемые обезьяны, мы жили весело и культурно с тобой. Товарищ Огурцов, да? У нас праздничный новогодний концерт. Как? Какой концерт, товарищи? Вы о чем? А где уж эти пропуски на сцену? Ой, вот он. А у вас есть? Я руки вас попрошу, брат. Вот. А ваш пропуск есть, товарищи? А программа концерта у вас имеется, товарищи? Надо срочно что-то делать, иначе никакого концерта не получится. Товарищ Огурцов, хороший у нас, программа у нас есть. Пойдемте за кулисы, я вам все покажу. А пойдемте. И без рук, пожалуйста, показывайте, где программа. Ну а пока на сцене предновогодние хлопоты. Это же президиум праздничного концерта. А почему же он так задержал? И почему с трубами? Надо так. Ну ладно, вы. Итак.
Итак, еще раз. И почему это... Я не понял, ладно. Итак, глава первая. Анализ достижений 2016 года. Мой вкрадчивый и пытливый ум сделал главный вывод. Все хорошо, товарищи, жизнь стала радостнее и веселее. А может, будем разбавлять ваш доклад музыкой? А вот это, товарищи, конструктивное предложение. А у вас имеется что такое классическое, понимаете ли, культурное, затрагивающее высокие струны души народа? Имеется такое, товарищи? Конечно, есть. Мы же живем в культурном поселке. Ну тогда, товарищи, приступайте, а я пока буду читать свой доклад. Итак, о чем-то я... А вот, да. С тех пор я и полюбил конные скачки, понимаете ли. Как я только что говорил, все хорошо. Бывайте у нас, понимаете, треугольные, а дома у нас, понимаете, круглые. Хотя в прошлом году было немало телепола для того, чтобы и то, и другое сделать несимметричным. Но мы избежали некоторых засланцев Запада, которые хотели нам, понимаете ли, навязать. Но, итак, отсюда. А, что касается... Нашей молодежи и подростков, товарищи. Они таки продолжают впитывать культуру вместе с молоком матери и тихим похрапыванием, понимаете ли, отцов. И в следующем году мы это дело будем углубливать и упрочивать, товарищи, потому что мы идем правильным курсом. А вот есть водичка. Водичка. Там. Почему она так? А что вот значит тут попрыгали? Не поверите, товарищ Огурцов, песни и танцы. Пойдем, я водички попьем. Пойдемте, товарищ. Это возбудили. Почему я должен бегать самолёт туда? У меня тут, понимаете, доклад скоро перед сам министр по культуре. А я тут еще, понимаете, не все вам доложу. Мне тут еще, вы не доходите так что. Итак, товарищи, на чем это я остановился? А, вот. Так. Профессионализм, точно. Это главный путь к успеху, понимаете. Как он отвечает все, товарищи? Товарищ Огурцов, вас к телефону. Так кто там? Не видите, я занят. Это правительственный звонок, Министерство культуры на проводе. Да, сам министр хочет с вами поговорить, звонит из Москвы. Да что же вы молчите, где телефон? Там. Так, быстрее, пожалуйста. А, кто брал по поводу телефона? И почему он не красного цвета? Это же правительственная связь. Дорогие друзья, мы, пожалуй, продолжим. Это, видимо, теперь надолго. Я не понял, а что это за двое из вассальных лица ходят здесь вообще? А где мой доклад? Вы не видите? А где мой доклад? Как? А, 385 страниц выстраданного мною текста пропали. Рукописи нет, шедевра нет. Товарищ Жуков, по-моему, вы все неправильно понимаете. Нет, вы однозначно все неправильно воспринимаете. Нет, товарищ Жуков, у вас просто плохое настроение. Да какое тут может быть настроение, когда, понимаете ли,
мой труд. Я ж страдал, я ж работал, я ж труд творил почти. Я там такого натворил, товарищи. Вы просто не представляете себе, что это мне натворил. А этого теперь нету. И что нам теперь с вами делать? Вы мне расскажете? Концерт продолжать. Какой концерт, товарищи? Я вот не представляю, что мы сейчас... А что будет? Товарищи Курцов, самое главное, чтобы было хорошее настроение. Так, товарищи, всем искать доклад! Если вы нахмурясь, выйдите из дома. Если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой. С вами вовсе не знакомый встречный паренек. Ему улыбка. Будет все нормально, все успокойся, стой на месте, иди сейчас без огня, что ты делаешь? Я тебя сейчас огрянину, он же нас потом всех уволит. Да не уволит, он тебя не узнает. Что это вообще? Вот, держи. Ну у тебя и морда, да ладно, давай. Товарищи, всех вас, наверное, интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе? Снизбой. Не снизбой. Прошу всех взглянуть на небо. Снизу звездочки кажутся маленькими, маленькими. Но стоит нам только взять в руки телескоп и посмотреть вооруженным глазом. Как сразу можно увидеть две звездочки, три звездочки, четыре звездочки. Нет, конечно, лучше пять звездочек. Есть жизнь на Марсе, нету жизни на Марсе. Это науке пока еще неизвестно. Наука совсем не в курсе дел. Та-та-та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та-та-та! Что вы себе позволяете? Как у нас соночки, как у нас соночки. Товарищи, это какая-то провокация. Товарищи, у нас есть такие товарищи, которые нам совсем и не товарищи. Запомните лица этих преступников, которые, понимаете, закрывают дороги гласности и плюрализму. Товарищ Угольцов, а давайте вместе с вами, вместе поищем ваш доклад. Давайте. Переставайте! Что там у вас дальше по программе, товарищи? Есть замечательный номер. Его танцуют девушки. Это кто такие? Я почему-то не знаю. Это такие красивые и талантливые. Ой, они красивые. Да. Они комсомолки. Да. Активистки. Да. Отличницы. Да. Спортсменки. Да. Разрядницы. Да. И рукоденницы. Да. Блондинки. Да. Ой, а брюнетки. Да. И туристки. Да. А альпинистки есть? Да. А танцовщицы? Да. Эквилибристки есть? Да. А крестиком они вышивают? Да. А лобзиком они выпиливают? Да. Так а что же вы сидите? Запускайте девушек. Почему на сцене голые женские ноги? Я не понял, у нашей легкой промышленности что, мало тканей, чтобы пошить длинные, понимаете, платья для девушек?
И почему-то это может быть, понимаете, такие мысли, которые не должны приходить нашим людям в голову. И вообще, так, объявляйте, по техническим причинам концерт отменяется. А я иду за кулисы и буду звонить сами знаете куда. Вот. Вот и отлично. А мы продолжаем нашу программу. Да, друзья, все только начинается. Ой, как смешно, смешно, смешно. Белая зима началась внезапно. Вышла и метет, метет, метет. Я решу сама, что мне делать завтра. А завтра Новый год. Ну вот, совсем же другое дело. Стоило сделать всего один телефонный звонок, его сразу наряды, понимаете ли, в пол стали. А вот тексты песен, товарищи, это, конечно, есть повод для критики. Вот в моем докладе на странице 185-87 я эту тему очень даже подробно, понимаете ли, открываю и даже разжевываю, да, специально для вас. Товарищи, а у вас есть что-то? Я вообще думаю, что в вашем личном концерте очень мало классики, понимаете. У вас имеется что-нибудь из классики кино, товарищи? Товарищи, вот кино. Да, сейчас все будет. Замечательно же. Товарищ Огурцов, да? Хороший вы наш. Да? Ну что ж ты прям как вот... А, помогите, хулиганы зрения лишают. А веселые зверюшки мой не вернули дом. За ними веселый коробок. Да чего слышу лесной народ. И не верю, что все пройдет сказочным сном. Ну вот, совсем же другое дело, товарищи. Ну вот, понимаете, высота поднимаемых вами, но, а также абсолютно движение ваших рук. Это есть, понимаете, повод для критики. И вообще, вы должны равняться на артистов больших и малых сцен. Пойдем за кулисы, и я вам лично сейчас все популярно объясню. И даже, возможно, я вам покажу, если вам очень сильно. Пойдемте, не задерживаем сцен. Ну а пока за кулисами будет идти мастер-класс от специалиста широкого профиля, мы будем зажигать и радовать вас! Приносит нам из детства сказки хоровод. Нас закружит, как тогда, если начаться Новый год пробьет. Thank you.
приклеился. Забирайте свои трахти-бедохи, симсалабиму, и покиньте, пожалуйста, сцену! Я сам все сглазил.
что еще раз доказывает, что нашего человека нельзя, понимаете, перекармливать пряниками. Он все время кнутом, понимаете, кнутом. В то время как наши корабли бороздят, понимаете, просторы Большого театра, вы лишаете зрителей, да, именно вы лишаете зрителей праздника. И вы закрываете дорогу классическому плюрализму. Все, я не намерен этого больше терпеть. Вон со сцены! Вон! Я сам буду создать положение. Маэстро! Музыка, пожалуйста! Мы не успеем поздравить людей с праздником! Товарищ Огурцов! Что? Время так летит, мы можем не успеть! А сколько у нас времени осталось, товарищ? 5 минут! Ку-ку! Чего ку-ку? Ку-ку! Так а что же мы ждем?
Новым годом, с новым счастьем! Новый год, Новый год, мой доклад, а идет, однако, лесом. Вот, я же чувствую, что тут уже Новый год, здесь Новым годом, товарищи, пахнет. Товарищ Огурцов! Да. А у нас еще есть Дед Мороз и Снегурочка. Так это же замечательно, товарищ. А давайте по старой новогодней традиции все дружно вместе позовем его сюда. Ну, Дед, ну, Дед Мороз! Дед Мороз! Снегурочка! Ну, давайте друзья, ну, не придет же ведь. Я же его знаю, он такой. Мы приедем, дедушка. Мы решили специально для вас провести самую настоящую праздничную лотерею. Мы сейчас крутим барабан, достаем с него счастливый билетик и узнаем имена счастливчиков. Что, крутим? Бррр! Итак, у нас 7-й ряд, 5-е место. Прошу на сцену. Аплодисменты, аплодисменты, у нас счастливчик. Это не шутка, мы ходим. 7-й ряд. 5-е место. 5-е место, давайте. Походу надо сходить, я буду сходить. Нет, вон вижу. Идет, идет, да? Идет. Идет. Прошу, прошу. Аплодисменты, аплодисменты. И... победитель, счастливчик, получает у нас подарок от Деда Мороза. Мороженое! Поздравим! Аплодисменты! Аплодисменты! Просим вас вернуть место в зрительном зале. А у нас есть еще второй счастливчик. Крутим барабан. Бррр! Посмотрим. Итак, у нас счастливчик. 15-й ряд, 16-е место. Просим подняться на сцену. Аплодисменты, дорогие друзья. Не скромничаем. Я сейчас, вот я пойду по рукам. Слушай, ты все скромный, ну-ка я скромный. Нет, идет, 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 идет. Аплодисменты, аплодисменты, дорогие друзья. А у нас от Дедушки Мороза второй приз. Белый конверт, поздравляю вас, держите. А вы не хотите узнать, что там? Ой, вы все молодец, открыли. Целая 1000 рублей. 1000 рублей, аплодисменты. Поздравляем. А дальше у нас еще третий есть счастливчик. Бррр. 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 А счастливчик у нас сидит на 13-м ряду. 10-е место. Просим подняться счастливчика. Ой, а его нету. Нету? Слушай, ты правильно посмотрела? Давай 10-й ряд. Ой, 13-й ряд, 10-е место. Давай еще раз. Ой. Слушай,
тут плохо написано. Я вам удивлю. А вот слышишь, вот этот вот, мужчина. Вот, мужчина. Мужчина между двух разных женщин. Это вы, да? Вот я на вас показываю, да? Да-да-да, вы. Просим вас поднять, просим вас поднять на сцену. Аплодисменты, аплодисменты. Хлопаем, хлопаем, почему так тихо? А для нас, для вас и для нас главный приз. Мы объявляем вас, прошу на середину, Дедом Морозом нашего концерта. Ура, товарищи! Аплодисменты, аплодисменты, товарищи. Аплодисменты. Дед Мороз тут у нас. Секундочку. Я знаю. Надо... А слово предоставляется Деду Морозу. Желаю вам любви и ласки. Желаю в жизни доброй сказки. Пусть Новый год вам принесет удачи на много лет вперед. Ура, товарищи! Аплодисменты! А у вас Дед Мороз-то не настоящий! У вас елка не горит! И правда, Дед Мороз, у нас елка не горит. Дедушка Мороз, а мы знаем волшебные слова. А вы знаете? Я же говорю не настоящий, но слова даже не знаю. Волшебные слова. Елочка горит. Нет, нет. Раз, два, три. Елочка горит. Раз, два, три. Елочка горит. Ой, не загорелся. Зал вас видит. Я делаю не настоящий. Раз, три. Елочка горит. Ура, загорелась елочка. Стоп, стоп, стоп. Это все вообще не по сценарию. И вообще, за все, что здесь появилось, лично я никакой ответственности не несу, товарищи. Это все, понимаете, ваш вот кино, вот. Сейчас... Товарищи, товарищи, товарищи Гурцов, товарищи Гурцов, нам звонили оттуда. Закройте рот. Да-да-да. Спрашивали, кто руководил оттуда. Концертом. Оттуда, да. Есть жизнь на Марсе. И что вы сказали? Вы сказали, товарищи Гурцов. Ну так стараемся, работаем же. Да, работаем. Чтоб стало веселее жить, чтоб хмуриться мы перестали. Давайте петь, смеяться, танцевать, чтоб скука и печаль от нас бежали. И друга чувствовать плечо, учиться и работать от души, и радоваться всем нам горячо, тогда изменим жизнь мы здесь в глуши. В Новый год звезды падают с небес, полу Новый год чудес. Поймай звезду, желание загадай, под новогодний звездопад мечтай. Снова. Никто не знает, что нас ждет, но знаем вместе у порога, мы встретим этот Новый год. Когда мороз рисует окна, когда мороз бежит по коже, мы загадаем желание под елкой, ты загадаешь его тоже. С Новым годом, с Новым годом, и это время чудес. Поэтому мы здесь.
Новым годом! Мы собрались в кругу друзей. С Новым годом, с Новым годом! И настроение на высоте. Это 65-я серия нашего года кино. Снято!